О, посмотрите на этого маленького милого зверушку с красными глазами. Это демон. Демоническое существо, которое захватило всю его лабораторию. Всем привет, меня зовут Пози, и сегодня мы вместе с вами заценим новую анимацию с канала Hornstrom Series по Бравл Старсу. Анимация называется Colette Meet Bibi. Колет встретила Биби. Ну что ж, ребятки, перед началом этого ролика обязательно поставьте свой лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну а мы начинаем. Итак, тут у нас стоит Биби. О, кстати, необычная стилистика у этой анимации, как будто она нарисована в пейнте. Не-не-не, не подумайте, это не в плохом смысле. Просто выглядит прикольно. Так, окей, кто у нас там в кустах? Ой, как-то странно это санимировано. Кто у нас там в кустах? Биби смотрит и... Вау! Она встречает здесь Колет, который просто валяется в кустах и что-то записывает в свой дневник. Вот бы так всегда в Бравл Старсе. Ты заходишь в кусты, а там просто какой-нибудь бул, который смотрит в стену и... залипает. Это как в стиле какого-то аниме. О май гаш! Колет такая смотрит на Биби и такая... Это что? Это что, Биби? Она же фанатка, чуваки. Она же фанатка. Распишись, пожалуйста, здесь у меня в дневнике. Биби такая, что происходит? Я же попала в столкновение. Почему она просит меня расписаться в дневнике? Мне не хватает твоей подписи. Мне нужен кусочек тебя. Она жвачку даст? Нет, она не отдаст жвачку. Блин, а это на самом деле странно, когда фанат к тебе подходит и такой говорит: ты не мог бы мне, пожалуйста, жвачку сюда вклеить? Это странно. Окей. Мистер Бат says hi. Так, она кидается в нее сердечком. Биби такая: вот черт, она решила меня атаковать. Ты ответишь за это. У них сейчас будет эпичный батл. Вау, 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 вау. Вот это аниме батл, я понимаю. Такой скример неожиданный, внезапный. Ну что? Ты получила... Оу! У нее идет кровь из носа. Окей, кетчуп, это кетчуп. Это кетчуп. Боу! Получай! Это был смертельный удар. Оу! А у нее щечки-то очень мягенькие. Она просто влюблена в Биби. Ей просто нужен маленький клочок волос. Это же несложно. Оу! Биби повалила Колет. Так, что у нее здесь в дневнике? Нет, не читай его, нет! Нашли слабое место у Колет. Дневничок, ребятки! Если на вас бежит Колет, у которой 15 банок, то ваш единственный способ ее остановить, отобрать у нее дневник, это лучше всего сделать за какого-нибудь Леончика и прочитать его. Так, допишем мы сюда вот эту. Что она дописала? А, она жвачку приклеила. Все? Йо, Браво Вэл! Ты хороший бравлер. Отлично поговорили с тобой. Твоя Биби. О, она растопила ее сердечко. Да, она получила то, что хотела. И это не стоило драки. Очень хорошая, добрая, поучительная история, которая не особо мне понравилась. Не, ну реально, какой-то странноватенький сюжетик можно было и покруче сделать. Я знаю, чувак, у тебя анимации еще более крутые выходят. О, ребятки, на канале Братуар тоже вышла новая анимация. Бравл Старс Анимейшн, New Brawler Creation. Новый бравлер, и судя по превьюшке, он очень и очень милый. Это, видимо, будет домашний питомец кактуса. А вы что, вы уже лайк поставили под видосом? Надеюсь, что да. Так, окей, подписочка, колокольчик. Не, ну, ребят, я об этом уже говорил в самом начале. Брату Армии Лаборатории. Какая-то лаборатория. Я ее раньше не видел. И кто у нас за этим плащом? Кто это? Стоп, я не понимаю, кто это. Даже по рукам непонятно, кто это. Может быть, Эмс до того, как она стала зомби? Окей, она смешивает какие-то зельки. Либо он смешивает зельки. И создает нового бравлера. А, это создатель этого канала, окей. Он немножечко похимичил, приправил специями. Это, кстати, отсылочка к этому мему. И... сейчас выйдет то самое создание. Какой-то тролль двухглазый. What? Он такой, что-то я не то, видимо, сделал. Иди обратно туда, откуда вышел. А вот это выглядит более-менее нормально. Так, добавляет немножечко розового. Приправляет это все розочками. Хоп, появляется джин. Нет, нет, ну какой джин? Нам же нужен новый бравлер. Так, он уже просто решил все зельки смешать. И кто это? Это пришелец планеты Жопа.
Шестиглазый джин. Кстати, прикольный скин. Я думаю, что Бравл Старс рано или поздно добавит какую-нибудь коллекцию, связанную с инопланетянами, пришельцами. Какая-нибудь космическая коллекция в стиле истории игрушек. Прикиньте, если у какого-нибудь Бо будет костюм База Лайдера. Он же реально похож на База Лайдера. Ладно, мы немного с вами отвлеклись. Ох уж моя фантазия. Тан-да-дам. Идеально! Все, он вывел формулу. О, посмотрите на этого маленького милого зверушку с красными глазами. Это демон. Демоническое существо, которое захватило всю его лабораторию. Ладно, ладно, все. Кактус такой стоит, играет в ШД. Там от кого-то прячется, уворачивается и бац! Он встречает вот это! Если бы я это увидел в Бравл Старс, я бы обосрался. Что это? И сейчас у него пасть резко вот так откроется. Так, он берет коктейльчик. Бул! Нет! Оу. Булу страшно. Оу-оу-оу. Я знал, что это крылатый демон. А кактус слышит какие-то странные звуки, поворачивается и бац, как ни в чем не бывало. Оу! Ничего себе! Напоил его коктейльчиком. Ну все, всему Бравл Старсу конец. Ребят, тут еще какой-то видос. Бравл Фингерс Анимейшн. Че? Анимация пальчиками? Что это? Это очень странно. Ну, давайте мы ее с вами посмотрим, окей. Что за кринж? О май гад! Что это такое? Я это, пожалуй, пролистаю. Ребят, я забуду про то, что только что я видел. Хорошо, ребят, мы с вами сейчас посмотрим Бравл Старс мемы. Funny Moments. Смотри-ка, хоп, Спраут закрыл ворота. Два Спраута просто максимально блочили ворота. Бедный Спраут. Так, окей, что тут в кустах происходит? Шелли стреляет по Биби. На Биби идет Мортис. Ну, сейчас он как подпрыгнет и Биби его отобьет. Нет, промазал! Оу! Ну все, тут уже без шансов. Если ты меня убьешь, я стану призраком и найду тебя. Ну ладно, нет, он вряд ли найдет. Некоторое время спустя. Не понял этого мема, это был какой-то кринж. Я его пролистал. Окей, Биби. О, нет, забьет, не забьет, забьет. Забьет! Забило! Офигеть! Вот это безумный момент, чуваки. Вот если бы Сюрш не подпрыгнул, то, скорее всего, у Биби бы просто не было шансов. У нее и так было мало хп. Когда мама пришла тебя ругать за двойку, ты пытаешься поплакать, но тебе как бы все равно. И ты такой... Так, окей, чуваки. Нита против Нани. 50 хп. Да ладно, сейчас промажет. Если сейчас промажет, я буду в шоке. Так, два раза попал. Нани! Нани промазывает! Офигеть! 50 хп! Френдли затащил! Это, наверное, было очень обидно, чуваки. Так, окей, тут у нас Брок и Мистер Пи. Они собирают все кристаллики. Как-то Мистера Пи не убили. Оу! Выпали все кристаллы. Сейчас будет отчаянная битва за эти кристаллики. А, так, у них уже перезаряжен ульт. Они бегут в сторону центра. Вау, 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 вау! Он сейчас заберет! Он сейчас заберет! 12 секунд осталось! Брок, попади! Да ладно, на последней секунде засейвил! Просто беги! Это очень круто! Он перепрыгнул через забор просто на последних моментах. Вау! Ну, короче, они выиграли. Я бы еще одну серийку заценил. Так, смотрите, Пенни. Закидывает сюда пушечку. В кустиках. Они разрушили башню таким легким способом. Вау. Вау. Перепрыгнул через пули. Ну, у меня тоже такое бывало, поэтому чему я удивляюсь? О, нет, нет, не хочу этого видеть. Эль Прима и Шелли в одной команде. Куда-то они идут. Так. Летит в сторону центра. Приземляется, а тут Шелли, у которой 6 банок. Не, ну, вдвоем-то они загасят. Хотя, может быть, ультой притык убьет. Нет?
Оу, что это было? Затащили? Пас. Динамайку. Ну, Пока типа засейвил ворота. У Динамайка бомбит. Закидывают их динамитами, и Пока сам себе забивает. Просто прекрасно. Люблю таких чуваков-соперников, которые сами себе забивают мячи. Ну что ж, чуваки, на этом мой ролик подходит к концу. Спасибо, что вы его посмотрели. Поставьте свой лайк под этим видео, если вы его еще не поставили. И увидимся с вами в следующих видосах. Адьос!